Вот он, лучший антидепрессант. Вот он. Дынька, моя красавица. Вот она-то меня порадует сейчас. И вообще каждый день радует. Я даже с мыслью просыпаюсь такой приятной, что сейчас будет дынька. Вот это она меня прям греет душу. Встаю с утра. Надо же себя чем-то радовать. Думаю, вот это меня ждет радость. И так дыньки 3 в день съедаешь, и можно вообще ничего не есть. Просто она до того питательная, вкусная, полезная. Вот что вкусно, то и полезно одновременно. Это оно. Я еще и семена умудрилась, в общем, отжимать. Безотходное производство делаю. Сливки дынные. В общем, погружаю в емкость блендера семена эти, добавляю теплую воду. Взбиваю тщательно, минуту, наверное, взбиваю где-то. Процеживаю, и получаются сливки прям дынные, белоснежные такие, вкусные. У них очищающий детокс-эффект, масла полезные, почки чистят. Это продукт, очищающий организм и питающий витаминами одновременно, и очищающий. Для сердца очень полезно. Можно сделать и дынное молочко, просто больше воды налить, тогда будет молочко дынное. О, так, даже форма сердечка. Семена в форме сердечка вот так вот сделались, как подсказка, да? Вот для сердца полезно. И вот семена все выкидывают. Я даже садила, прорастала, дыня вырастала. На навозной грядке, правда? Ей надо, чтобы она в тепле росла, она так-то не будет. Колхозницу спокойно можно вырастить. Вообще красотец. Мясистая такая девушка, она серьезная. Наедаешься, в общем, плотненький такой. Получается даже ужин, завтрак там, ну, спокойно вообще. Мясисто, сочность вот это вот ее. Ну, сердечко вон оно прям нарисовалось, да? Полезно для сердца. Классно. Вообще.